мне нужна ваша помощь. Как вы уже знаете, на нас космо наложено проклятие Херобрина. И чтобы от него избавиться, мы должны делать добрые дела. Но это не совсем так. Помимо добрых дел, он может дать нам смертельное испытание, которое проверит наши с космо знания Майнкрафта. И если мы его не пройдем, то проклятие Херобрина останется с нами навсегда. Мне пришлось постараться. Я полностью изучил способности, здоровье и силу всех старых и новых мобов. Узнал о самых полезных и бесполезных предметах. Выучил самые сложные крафты. И даже изучил новые локации. Но я боюсь, что этого недостаточно. Так как Херобрин очень старое существо и он очень умен, я прошу каждого из вас написать мне хотя бы по одному факту из Майнкрафта. Например, сид странной генерации или редкого явления. Или даже про самого Херобрина. Пожалуйста, напишите в комментарии.